Президент Беларуси требует неукоснительного выполнения принятых на Всебелорусском народном собрании решений. На этом Александр Лукашенко акцентировал внимание в ходе доклада правительства о работе экономики за истекший период 2016-го, проектах прогноза бюджета и денежно-кредитной политики на 2017 год. В целом экономическая ситуация в стране стабильна и создаются условия для качественного роста основных показателей. Беларусь вовремя рассчитывается по всем государственным обязательствам и валютным займам. Однако есть проблемы в строительной отрасли, сельском хозяйстве, промышленности. Традиционно во второй половине года мы обсуждаем задачи государственной экономической политики на перспективу, прежде всего, ближайшую перспективу. Нынешний год особый, с него начинается новая пятилетка. Ровно 3 месяца назад на 5-м Всебелорусском народном собрании мы приняли решение по самым важным вопросам развития государства. Утвердили основные положения программы социально-экономического развития Беларуси до 2020 года. Поэтому необходимо, чтобы наши последующие шаги, годовые планы, прогнозы, направленные на реализацию приоритетов программы пятилетки, полностью соответствовали тому, что обещано народу. Все присутствующие в этом зале, это очень важно, являлись непосредственными участниками подготовки и проведения недавнего главного общенародного форума нашей страны. Были делегатами этого съезда и должны понимать меру ответственности за тактические решения, которые будут сегодня приняты. Правительством, Национальным банком представлены проекты важнейших документов на 2017 год. Что настораживает? Правительство докладывает, что в целом стабильность сохранена. В полном объеме срок рассчитываемся по всем гособязательствам, валютным долгам. Создаются условия для качественного улучшения макроэкономических параметров. Тем не менее ситуация на промышленных предприятиях отдельных остается сложной. Наметилась отрицательная динамика и в сельском хозяйстве. Существенно не добирает строительная отрасль. Сокращается экспорт, снижаются инвестиции. В результате нет главного роста экономики, даже того, который мы запланировали. Складывается впечатление, что вразрез с принятой программой на пятилетку правительство реализует инерционный сценарий ее развития. То есть пассивно плывет по течению, ссылаясь на неблагоприятные внешние факторы и не стремясь мобилизовать все силы и ресурсы для экономического подъема. Но иногда некоторые и против течения заплывают. Поэтому сегодня, во-первых, заслушаем правительство, с чем мы завершим нынешний год. Что получилось и что не дает результатов, какие меры принимаются по преодолению допущенного отставания. Докладывая президенту о работе экономики за истекший период этого года, проекте прогноза социально-экономического развития на 2017-й, премьер-министр Андрей Кобяков заявил, что экономика страны работает на фоне стрессовых и неблагоприятных внешних факторов. Свою роль сыграла цена на нефть и снижение экспортных поставок калийных удобрений. Анализируя итоги работы за прошедшие 8 месяцев, можно четко выделить 3 основных периода работы экономики. Январь-февраль – это стрессовый период. Цена на нефть $30 и менее, курс российского рубля 80 рублей за доллар. Март-июнь – это период восстановительного роста. Июль-август – период негативного воздействия, в первую очередь со стороны России, в связи со снижением объема поставки нефти для переработки на наших НПЗ, а также за счет имевших место неблагоприятных условий в сельском хозяйстве. Свое влияние на протяжении всех 8 месяцев оказывало снижение стоимости и объемов поставок калийных удобрений на внешние рынки. Сегодня экономика работает в условиях между стрессовым и неблагоприятным сценариями развития внешних условий, которые просчитывались в начале года при определении прогнозных показателей. По мнению главы государства, ссылаться на внешние факторы нельзя. Делать ставку необходимо на внутренние резервы и зарабатывать собственным трудом. Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, что во главе угла должны стоять решения и целевые установки, принятые на Всебелорусском собрании. Детали сегодняшнего совещания у президента в наших следующих выпусках.